Всем привет, с вами Кристина и Роман. И в сегодняшнем видео мы расскажем вам про три игры, которые прекрасно подходят на большую компанию и для начинающих игроков. Ну а вас мы попросим написать в комментариях, по какому принципу мы объединили эти игры. А я предлагаю не затягивать. Поехали! Итак, в сегодняшнем видео мы поэтапно расскажем про каждую из этих игр, расскажем про то, как они играются, поделимся небольшим мнением и... Все? И все! Итак, поехали. С какой игры бы ты хотела начать? Давай начнем с Puerto Banana. Puerto Banana. О чем эта игра? Это настольная игра про банановых магнатов. В игре вам предстоит делать небольшие ставки, участвовать в аукционе за лот с бананами, который вы в последующем будете получать. Итак, в этой игре у каждого из игроков, при этом играть вы сможете от 2 до 6. У вас есть контейнер и по одному вашему индивидуальному планшетику, на котором вы будете делать ставки. Когда каждый из нас взял по одному планшету, остальные у нас откладываются. Итак, у каждого из игроков есть один маркер, один его планшет и, в принципе, контейнер — это все, что вам понадобится для игры. В базе у нас есть 10 бананов. И на складе их также 10. Угу. Далее, вы должны в закрытую сделать ставку, чтобы другие игроки не видели, какую ставку вы делаете. При совершении этой ставки что нужно учитывать? Что вы будете суммировать значение того, что у вас есть, плюс значение в порту, и из этой суммы отнимать ту ставку, которую сделает второй по значению участник. Каждый из нас в закрытую делает, пишет число в верхней части планшета. Это может быть абсолютно любое число, которое вы захотите. После этого мы открываем. Расчет ведется следующим образом. Мы суммируем ваш склад с тем, что на контейнере, если вы сделали максимальную ставку. После этого вы должны оплатить разницу между вашим числом и числом оппонента. А это значит, что я бы, Крис, должен был оплатить 3 банана. То есть я взял бы себе 20, то есть 10 плюс 10, у меня стало 20. А после этого я плачу ей 3 банана, и у меня остается 17, а разницу получает второй игрок. И так будет происходить на протяжении всего раунда. Если у вас большее количество участников, то все еще разница будет вычитаться между первым игроком и вторым. И в случае, если первый игрок сделал ту ставку, которую он не может оплатить, то в этом случае он выбывает на этот момент из аукциона. И... у него становится 0 бананов. Да, у него обнуляется его банк, он прогорел на своей ставке. И далее ход переходит ко второму и третьему участнику, и происходит ровно такая же манипуляция, где мы количество бананов в порту суммируем с тем, что у вас есть, и из этого значения... разницу будет оплачивать лидер, тот, кто забирает ставку. Если при этом мы играем 3, 4 или 5 игроков, то если на втором месте 2 числа, то они будут разницу между собой делить. Пополам. Пополам, да. И так двигается до тех пор, пока кто-то не наберет 200 бананов, а вот этот контейнер, на кону всегда стоит то число, которое является максимальным у любого из игроков. То есть сейчас в нашем сромном случае здесь бы было бы уже 19 бананов на период второго хода. Да. И далее мы продолжаем по кругу делать все то же самое, только в запасе теперь у меня 13 бананов, у Ромы 19, и мы продолжаем делать ставки. Угу. Что ты скажешь по этой игре? Это милая игра на блеф, на самом деле, и иногда здесь можно просчитывать своих оппонентов, приводить их в то, насколько они тратятся, и в какой-то момент, если вы грамотно играете, вы делаете низкую ставку и банкротите вашего оппонента максимально. Когда много игроков, она на самом деле для большой компании, на мой взгляд, когда много игроков, у вас вот эта часть, чтобы забрать у своего оппонента как можно больше бананов, либо выиграть ставку, всегда вы стараетесь попасть в нужное число. И это как раз таки про эту игру. Сможете ли вы перехитрить и угадать, какое число ваш оппонент там написал? Я показывала эту игру своим коллегам в рамках игротеки, которую проводила на работе. Игра на самом деле пользуется большим спросом у коллег теперь. И я хочу сказать, что на первый взгляд правила казались очень сложными. То есть, когда я ребятам объяснила это первый раз просто на словах,
прям очень сложно было, особенно в период там вот этих всех математических исчислений. При этом в правилах есть очень удобная подсказка, и буквально прям с первого хода коллеги прям по этой подсказке двигались, и все абсолютно стало очевидно и понятно. Если говорить про тактики, я как раз люблю побеждать через позицию второго игрока, то есть я никогда не делаю самых больших ставок, но при этом точно нужно чувствовать оппонента своего, который будет делать большую ставку. И вот та схема, про которую рассказал Рома, ее я наблюдала даже при игре на 5 человек, когда мои коллеги сговаривались и большого лидера просто гасили тем, что ставили маленькие ставки, и эту разницу просто приходилось выплачивать и оставаться ни с чем, либо вообще вылетать из аукциона на конкретный раунд. Вот такая простая в понимании игра, и я предлагаю двигаться к следующей. Да. Переходим к следующей игре, и это... В общих чертах. В этот раз у нас игра на ассоциации, в которой мы играем кооперативно. Наша цель — это нарисовать правильное слово. Здесь уже состав от 3 игроков до 8. У нас есть карточки со словами. При этом запас их огромный. И на каждой карточке есть определенные числа. Нам предстоит поставить эту карточку перед собой, если вы отгадывающий. Остальные будут игроки вам подсказывать. И вы называете какую-то цифру. Например, Рома называет цифру... 3. Цифру 3. И если бы со мной был еще один участник, то нам с ним нужно было бы нарисовать мыло. Как мы бы это делали? При изображении мыла у вас есть возможность изобразить на вот таком вот прозрачном слайдике либо 2 прямых, либо 1 кривую раз за ход. И это все, что вы можете сделать. При этом кривой считается любое изображение, которое всегда смотрит в одну сторону. Замкнутый круг здесь тоже будет считаться одной единой кривой. Но нельзя рисовать никакие кривые, если они начинают изгибаться в другую сторону. То есть вот таким образом изобразить что-то не получится. И далее мы с моим сокомандником, допустим, изображаем мыло. Каким образом? Вот я рисую вот так, кладу это вот сюда, и далее передаю маркер и слайдик своему коллеге по столу, который тоже должен подсказать Роме. Да, при этом я пытаюсь прицелиться в точно в такую же историю и примерно попасть. Ну давай попробуем вот так. Тут либо собьешь с мысли оппонента, точнее отгадывающего, либо попробуешь. И естественно, каждый раз, когда что-то рисуется, мы пытаемся угадать с помощью одного слова тот предмет, который в данный момент рисуется. Ну, вот так вот. Вот так и... мы нарисовали НЛО, например. И в таком ключе вы продолжаете рисовать до того момента, пока отгадывающий не поймет, что же вы пытаетесь изобразить, либо пока у вас не закончатся эти карточки. Из интересного. Мы, когда сами пробовали ее поиграть, нам казалось, что это что-то мега сложное. Я потому до сих пор так думаю. Да, мы не смогли не отгадать ни одного слова. Мы играли на 4 и на 3. Сыграли, попробовали отгадать достаточно большое количество слов, и ни одно из них не увенчалось успехом. И нам казалось, что это как-то очень сложно. А после я провела эту игру, опять же показала своим коллегам в рамках игротеки, и каково было мое удивление, когда у них из... Я сейчас боюсь наврать с цифрами, но я точно помню, что я подошла, у них было 6 отгаданных и 2 неотгаданных, они отгадывали 7-ю. Я говорю, ребят, вы, наверное, что-то делаете не так, вы, скорее всего, обсуждаете, что отгадывающий понимает, что вы изображаете. Они на минутку играли всемером. На что девчонки, это был полностью женский состав, мне говорят о том, что да нет, мы ничего не обсуждаем. И я стала наблюдать за тем, как они играют. Каково было мое удивление, когда они действительно без единой подсказки смогли нарисовать кран, и слово было загадано «смеситель», и отгадывающий человек назвал слово «кран», и девчонки, притом правилами игры прописано, что синонимы, они подходят. Но девчонки говорят, а как ты назовешь это по-другому? И она говорит «смеситель». Я думаю, боже, какие сообразительные у меня коллеги. И насколько вообще несообразительные мы, потому что у нас не было такого успеха в этой игре. Да, все правильно. Игра для тех, кто хочет понять своих
сокомандников и очень интересным способом, потому что вам нужно не просто там рисовать или что-то еще, а еще и попадать вот в эту штуку, в ассоциативный ряд. Это очень клево. Для тех, кто любит игры на ассоциации, такой опыт будет довольно интересным. Да, мне вот, наблюдая за тем, как играли мои коллеги, игра точно понравилась. Я, наверное, скажу, что здесь сильно зависит от коллектива, в котором вы играете. Хотя я не скажу, что мы с Ильей и со Светой плохо друг друга понимаем, но здесь, видимо, у коллег просто действительно бешеная команда образования, они друг друга понимают с полуслова, потому что как можно понять вообще кран, назвать его со второй попытки смесителем, достаточно такое нестандартное название. Угу. В общем, это было весело наблюдать, и я восхищаюсь своими коллегами и тем, как они в нее играют. Угу. Ну что ж, двигаемся дальше. Ну что ж, а мы переходим к третьей игре и расскажем о ней. Ну и это у нас «Скоростные каракули». Хит в свое время у нас, игра, которой нам предстоит делать очень многое на самом деле, потому что у каждого игрока, хоть и с общей целью, будет своя задача. И все зависит от того, насколько быстро вы успеваете рисовать ассоциации. Игра от 3 до 7 игроков, поэтому вдвоем у вас поиграть в нее не получится. И здесь отчасти очень похожая история на то, что мы уже разбирали. Здесь есть стопка карточек, на которых написаны слова от 1 до 7, где один из участников берет карточку, закрывает глаза и не видит, что там написано списком, и называет какую-то цифру от 1 до 7. Допустим, это цифра 7. И это покемон. Он, естественно, не знает, что он загадал. Все остальные участники, как только ознакомились с этим словом, карточку переворачивают и на скорость начинают рисовать этого покемона. При этом есть особые такие значения с тем, что нельзя рисовать никаких знаков, значений и так далее. Буквы, цифры, значки доллара и так далее. Как только вы нарисовали, если вы были первым, вы переворачиваете картинку и хватаете вот этот вот оранжевый жетончик, я не знаю, что вот это. Вот эту оранжевую штуку. Вот эта штука, да, оранжевая, отходит к вам. Второй игрок, который дорисовал после вас, начинает судорожно выкидывать кубик, чтобы выкинуть в итоге значение стоп на нем. Вот у Ромы очень сложно это сейчас получается. О, попал. Как только выкидывается на кубе стоп, мы останавливаемся. Все скрывают свои планшеты. Не вскрывают все планшеты. Все скрывают свои планшеты. Мы начинаем показывать тому, кто отгадывает, по одному. Сначала тот, у кого есть вот эта оранжевая штука, вот, показывает, и если отгадывающий понял, что я рисовала, на этом раунд завершается, и каждый из нас, нарисовавший и отгадавший, получает по одному победному очку. Если же по моему рисунку отгадывающий не понял, что я хотела сказать, то я закрываю эту карточку. Открывает. И далее открывает тот, кто кидал кубик. Угу. Со знаком то стоп. Второй. И считайте, у отгадывающего уже появляются две подсказки, но обычно они не помогают, потому что плюс-минус одно и то же рисует уж первый и второй точно. Если и на этот раз не отгадал, тогда уже открывают все остальные. Кроме первого и второго, да. И уже по многим подсказкам отгадывающий пытается понять, что же все-таки было изображено на картинке. В случае, если он отгадывает, то получают победные очки все те, кто были не первым и не вторым, и тот, кто отгадывает. Итак, вы можете в целом играть по количеству раундов, кругов, сколько вам будет угодно, лишь бы у вас не закончились эти жетончики с победными очками. Что ты скажешь об этой игре? Ну что ж, эта игра действительно, во-первых, она соревновательная, и это огромный ее плюс, потому что здесь вы стараетесь быть не только максимально понятным для других игроков, но и максимально быстрым, потому что от этого зависят ваши победные очки. Но не всегда здесь получается спешить, потому что тот, кто самый первый, может неправильно нарисовать от того, что он поспешил. Либо наоборот, нарисовать очень понятно, но так как у отгадывающего есть возможность назвать только один вариант, он может ошибиться и со второй попытки уже понять, что же имелось в виду. То есть тут тоже быть первым не всегда таки удачно и выгодно. Да, все верно. И в целом это классный пати для как раз-таки тех, кто любит быстро на ассоциации что-то порисовать, что-то поделать.
И для меня это вообще однозначный хит в свое время был. Вы могли наблюдать летсплей на канале Низа Гамс, где я участвовал в шоу «Битвы блогеров», и, в принципе, мы там знатно рубились именно в эту игру. Я, с своей стороны, хочу сказать, что эта игра не обошла стороной в том числе и моих коллег. И в свое время в командировке во многие я возила именно эту игру и проводила ее коллегам. И отзывы о ней исключительно положительные. Я знаю, что в некоторых городах мои коллеги купили ее в офис и периодически вместо совместных завтраков играют в настолки. Выделили себе один день в неделю с утра, где они первый час проводят там или 40 минут проводят за игрой. И я хочу сказать, что эта игра очень хорошо влияет на командообразование и на понимание друг друга, потому что в одном из представительств мои коллеги после проведения этой игры поделились тем, что они не задумывались о том, насколько они все разные и как по-разному они могут смотреть на одну и ту же вещь. Чтобы понять полностью игру, в нее нужно просто один раз поиграть. Она держит вот в этом стрессе, особенно когда вы слышите, как кто-то начинает кидать вот этот кубик, вы начинаете судорожно, быстро-быстро все писать, лишь бы хоть немного успеть. Советую попробовать, если любите такие пати, это будет весело. Во всяком случае, всем, кому мы показали эту игру, они остались в диком восторге, это факт. Время подводить общий вывод, и здесь мы оставим это для вас. Пишите все-таки в комментариях, по какому принципу мы объединили эти игры, будет интересно почитать ваше мнение. Пишите в комментариях свои варианты похожих игр, которые вам также нравятся, и вы их с удовольствием играете на большую компанию. А также напишите в комментариях, как вам подборка из таких игр. Хотели бы видеть больше таких обзоров небольших, где мы просто рассказываем про классные игры, на которые стоит обратить внимание. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, и пока-пока. Угу. И хотим ли мы ответить в этот раз на закадровый вопрос? У нас есть он? Нет, так как это видео мы записывали немножечко заранее, потому что мы сейчас находимся в отпуске на теплом Карибском побережье, закадрового вопроса в этом видео точно не будет. Ну, а мне хочется попросить вас писать больше интересных вопросов, поднимать какие-то важные темы, на которые вы бы хотели услышать наше мнение. Мы с удовольствием обсудим это в конце ближайших роликов в формате закадрового ответа. Угу. Закадровый вопрос, закадровый ответ. И еще раз. Пока-пока.